Всем привет! Мы на канале Turkey Space, и сегодня мы пройдемся по рынку Кадыкёй. Находясь здесь в Турции, нам советовали посетить этот рынок. Говорят, что «А вы были в Кадыкёе?» Мы такие: «Нет». «О, как же так? Вы же в Турции, обязательно нужно побывать в Кадыкёе». Пойдемте вместе посмотрим, что здесь на этом рынке. Так, пока все, что я вижу, это кафешки. И очень много людей. Вообще в районе Кадыкёй, здесь рядом метро Кадыкёй, очень много различных магазинов. Каждый дом — это торговый центр. Так, сладости всякие, орехи, мясные отделы, рыбы. Так, что, кило креветок 50 лир, да? О, это что, корюшка, что ли, нет? Так, куча овощей. Фруктов. Вижу, это цены на фрукты дороже, чем везде. Да. Ну, эти оливки тоже в целом подороже. Осьминоги 100 лир вон. Разных продуктов. Здесь как-то. Рыбные рестораны. То, что здесь хорошо, здесь много рыбы разной продается. Если рядом проживаешь, то сюда реально за рыбой можно приходить. Натуральные мыла. Неудобно здесь движение такое, да? Ой, посмотри, сколько там народу. Пройдем до конца улицы, пойдем. Да. Здесь, я смотрю, пошла ресторанная улица. Ну, кстати, рестораны не особо-то заняты места. Рыбный суп, нормальный суп. Ширим с каламар. Каламар грин, каламар фрайт. Ага. И пиво. And nice shrimps also. Nice mezze is, for example, this is the plate, wine plate, from same people. Also nice. Also, you are rib or meat? Meat. Meat. French fried rice is free. Uh-huh. French fried and rice is free. This is schnitzel. Mm-hmm. This schnitzel. This is baroni. Mm-hmm. Is baroni all? And big portion meal and very delicious. Use your finger. Нигде свинина не поесть, к сожалению.
я просто остановился цены посмотреть. Ну да. Но я ему сказал, что я просто смотрю цены. Ага. Но! Но! But. Но! У нас есть суп! Не знаю, почему говорили, что надо обязательно сюда сходить. Что же здесь такого? Я пока не вижу значимого повода безотвратно посетить эту улицу. Параллельно улице пойдет, дело лучше. Ну, может быть. Пойдем посмотрим. Сейчас дойдем до конца. Но пока я не впечатлена. Напиши, если ты был в Турции, был на рынке в Кадыкёе, куда ли мы вообще пришли и каковы были твои впечатления? Ой, а вот это прикольно, да? Вот эта вот водичка распыляющаяся. Кайф. Да, помогает с жарой бороться. Угу. О, самый главный посетители рынка. Какой мордатенький. Весь обласканный, даже не реагирует. Такой мягкий, мягкий. Что-то тебе такое прям крепко снится, ты прям спит. Ой, тут еще один. Тоже так крепко спит, куда-то бежит. Куда бежит? Ты куда бежит, клыкастик? Так, ну что? Направо? Какой-то торговый центр. Пойдем туда. Акмар. Книжный. Ага. Ой. Тут книжки. Ой, а там зоопарк. Не сильно много народу здесь любит почитать. Так. Там вообще завалы вон за по 10 лет. А, вот это английская версия написана.
Так, и куда же мы вышли? Да? А, сюда же, прикинь. Вышли на пляж. Да. Да, пойдем? А, это эти настольные игры, да? Сколько они тут стоят? Это совсем детские, да, я смотрю? Вот монополия, допустим, 550 стоит. Угу. Что здесь есть из такого? Ну, в основном все совсем детское, и цены где-то 250, 300. 400 в таких вот разбросах. Ну да, какой-то легендарной игры. Нету, да. Конкретно. Пазлы по... Кстати, пазлы не сильно дорогие. Вон, смотри, 1000 штучек. Мама любит меня собирать. 148 лир. Или вот 200 лир посложнее. Да. В общем, в размере до 200 лир. Вот одна совсем сложная, 240 лир. Детский отдел. 4 берете, платишь за 3. Здесь тоже 4 берешь, за 3 платишь. Детские куклы Барби. 170 лир, 175, 93, 100, 175, 87, а целые городки вот 460 лир. Десны по 300. Угу. А вот эти вот с большими головами там модные, которые 500 лир. Я помню, в детстве была беременная кукла Барби. Который живот снимался, а оттуда детеныш вываливался. И она постоянно рожала? Да. Лего. Лего манифатирши. 1150. А вот за 1099. 1100. Считай. А вот маленький за 750. А вот для девочек в Барби, смотри, с куколками, 1020. Бургер Кинг, кстати, тут совсем не дешевый. Да, вот почему-то не дешевый. Карлс Джуниор дешевле. Раз, да. Блин, так сказала про Карлс Джуниор, теперь захотела Карлс Джуниор. Я тебе говорил, ешь что-то. Ну, слушай, наверное, ты вот эту статью писал так. Большой любитель книг. Наверное. И пожрать. Пока я не вижу ничего поразительного. Ну, типа, так, чтобы специально сюда ехать, в этот Кадыкёй, да? Да, приятная улочка, чисто так для разнообразия, если недалеко где-то находишься, да, поглазеть, погулять. Магазинов куча разных по другой улице параллельной. Ты
охоте, но это не исключено. Вот такие 15 лир пончики. Супер Степ, Скетчерс. Не знаю, что это. Фират, Пассаж. Это Пассаж. Пойдем? Пойдем. Ну, пойдем посмотрим, что там. Так, тут всякие... Ну, всякие. Всякие тряпки. Медодежда. Всякая форменная одежда. Бытовая всякая фигня. Да? Гарри Поттер. Ничего интересного. Честно, пока что мне это напоминает ломбард, потому что здесь сразу все в одном. Ага. И часы, и очки, ага. И там кафе, и еще. Что тут? Всякие шляпы, сколько вот они стоят? 150 лир. Ой, какой радостный. Десерты, конечно, тут очень соблазнительные, вон. Справа. Вон. Говорю, чашечку. Кайфовые. Кайфовые, да? Красивые. Это уж кальти. А ты заметил, что вот если в Турции какая-нибудь пекарня со всякими там десертами, то всегда места заняты. Mm-hmm. Да? Да. Они, видимо, очень любят сладости и чай. Да. Сейчас, такие. Пока мы проходили, я чувствовал только запах кокорича. А как тебе, кстати, кокорич? Ну, на любителя попробовать стоит, но каждый день есть я его не буду. Мне напомнило... Даже раз в месяц я его ем. Мне напомнило вкус печени куриной, такой сильно-сильно зажаренной. Ну, я тоже так же. Очень специфический вкус. Ты что кушаешь? Я едим кокорич. Спасибо, Савар. Приняки даха гельны, да, Магеретич? Саваш. Меня вот, если честно, при поедании кукурича спасло халапеньо. Может быть, это и есть этот фестиваль Red Bull? Может быть. Так, и что? Что сейчас будет происходить? Там батут. Ну вот, в общем, в этом районе все вот такие вот улицы. Тут особо не знаю, почему она всем так полюбилась. Ничего особенного на ней нету.
по кафешкам походить, да. В принципе, стандартная турецкая улица. Все те же самые магазины, парикмахерские, кафешки. Да и все, и стандартные магазины вот эти вот, где продаются футболки по 30, по 20 лир. Пижамы по 40. Вот такие вот. В общем, в принципе, ничего интересного. Это все можно увидеть на любой турецкой улице. В любом районе. Пиндики то же самое. Пиндики то же самое. На Искударе то же самое. Весь центр Стамбула такой же самый. В районе Египетского рынка, Гранд-Базара, Еникапи. Все такое же. Вот, пожалуйста. Ну, тут цены, в принципе, немного выше. Да, кстати. Лир на 10-20, так точно, они вот выше, чем чуть в сторону отойти. Ты еще платишь за место. Ну вот чуть отошли, здесь уже в принципе более-менее цены, хотя виноград везде по 15, тут по 18, персики по 10, здесь по 15. Чили. Вон, смотри, сколько всякой. Всякой? Хочешь ковры, пожалуйста. Хочешь воды, милости просит. Чеснок, бери сколько хочешь. Чеснока в избытке. Вот, написано торговый центр. Со всякой всячиной и растениями. Такой торговый центр в каждом районе. По 10 штук. Тут уж ничем не удивишь.